щедрочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебнути, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошарю, там овечки покотились, там ягнятка народились. Laughing all the way, hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh, hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. We New Year celebrate, we strategy correct. Happy New Year. Happy New Year! Yeah! We Christmas! We Christmas celebrate! We celebrate! Decorate! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Yeah! Merry Christmas! Итак, мои колядувальники пришли колядувати. Пришли вони... Так, сейчас на русском. Пришли колядовать ко мне детки. Детки мои любимые. До этого еще приходили двойняшки, близняшки, мальчики. Им по 13 лет. Да? Вот. Потом приходили девочки, две Вика, еще с кем-то. Вот. Поэтому дети идут. Несмотря ни на что, дети идут. Дети колядуют, дети хотят, наверное, чего-то сладенького, чего-то вкусненького. И вот у меня гномик тут сидит и тоже наблюдает, хорошо ли детки колядуют. И, конечно же, сладенькое, вкусненькое у нас всегда есть. У нас заготовки для детей. Так, первое. Первое подходит ко мне Даша. Заходи, Дашенька. Сначала девочка, правильно? Так, Дашеньке, она зарубила все. Зараз, Леша, будь ласка, тримай. Добре. Що треба сказати? Дякуємо! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Yeah. Молодцы! Какие дети! Какие вы... Расскажите, вы еще колядовали? Yeah. Ходили? Да? Где вы были? Где? В Бахтерах колядували? Да. Ні? А де? Я колядувала в Бахтерах. Так, Леша, а ты в Бахтерах колядував? Только здесь? Да. Молодец. А соседи? Соседи ходили колядовать? Да. Да, детки ходили? Молодцы. А к вам приходили колядовать? Да. И вы приготовили тоже для них вкусненькое? Да. Молодцы. Вот что мне нравится, что во всех украинских селах обязательно детки ходят, колядуют, и все двери должны быть відчинені, открыты. Почему они должны быть открыты? Потому что в вас, детки, сам Иисус постучался. Через вас он стучится в дверь. Закрытую дверь нельзя в это время держать. Через вас вы проверяете, вы его посланцы, вы ангелы добра. Вы идете и проверяете, кто добрый, кто щедрый, кто любит ближнего своего, как самого себя. Кто Божий человек? И вот тот, кто вам дает вкусняшки всякие, и кто подготовился к Божьим воинам, к вам, к ангелочкам, посланным от Иисуса Христа в этот день. Кто подготовился достойно, Бог записывает в свою книжечку. Да, и Он им что-то готовит хорошее там, в райском саду. Поэтому каждое добро вот это в тысячи раз откликается там. Когда вы вырастете, обязательно принимайте деток, заготавливайте заранее для них вкусняшки, потому что это будут кто? Ангелочки. Вы же очень любите сладенькое, правда? А я не очень. А почему вы очень любите сладенькое?
потому что Господь вас так создал, чтобы вы хотели идти за сладеньким, чтобы вы хотели пойти проверить, кто добрый, кто любит ближнего своего, и чтобы сообщить это Богу. Вы на воскресном служении были, понравилось вам на воскресном? Да. Что вы делали на воскресном служении? Вас забрали на воскресную школу, и что вы там робили? Мы там учили, як молиться, правильно. Як молиться, правильно. Так, а еще что вы вивчали? Ми там пісеньки. Співали? Так, там ми грали в ігру. Так, яку? Ми називаємо імена, потім один чоловік то саме імена називає, і так. А другий так само робить. Так, молодцы. Теперь наступной неделе вы идете до службы в церкви? Да. Так? Да. Добре. Вам подобается жива церковь? Да. Вот це, то в Библии написано. Люби ближнего своего, как самого себя. Я тебя люблю. I love you. Я тебя люблю. I love you. А вы чувствуете любовь? Вы чувствуете? А мою любовь к вам вы чувствуете? Точно чувствуете? Да. Да? Я знаю, что вы чувствуете. Я знаю. Когда я к вам прихожу, вы бежите ко мне. Бегом, бегом. Да? Мисс Кэтрин пришла. Мисс Кэтрин. И вы бежите. Да? И мне так тепло. Так хорошо. Бывает. Да, от того, что вы улыбаетесь и бежите ко мне. А почему вы ко мне бежите? Что такого я делаю, что вы ко мне бежите? Вы наша учительница, и мы вас всех уважаем. А и только учительница и все? Нет. А еще почему? Потому что церковь. Церковь, ну церковь, то понятно. То это так. Что? И почему осень. Вы любите меня? Еще раз громче. Потому что вкусненькое приносите. А, потому что я вкусненькое приношу вам. Вот, вот. Это самое главное. Любить ближнего своего. Ну, не просто любить, сесть у окошка и говорить, ой, я люблю Дашу. Я люблю Лешу. Я люблю Дашу. Не, ну это тоже. Боженька, дай им здоровье, дай им благословение, Боженька, дай им мудрости, Боженька, дай им, чтобы у них всегда все было в радость, но, чтобы ангелы им служили, но, если просто только говорить, вера без дел мертва, если не делать, то любовь получается мертва. Поэтому я беру руки в ноги и иду к вам и обязательно благословляю вас, дарю вам что-то вкусненькое. И вы поэтому всегда, когда я прихожу, бежите ко мне. Вот это проявление любви. Нужно обязательно сказать «я люблю тебя». Обязательно что сделать? Улыбаться, молодцы, обязательно, потому что если я люблю тебя, я люблю тебя, что это за любовь, а если вот так, я люблю тебя, и Боженька тебя любит, во мне поселился Святой Дух, да, Святой Дух от Бога, и Он мне всегда говорит, иди к детям, иди им подари любовь. Иди их обогрей любовью, потому что вокруг много злых ходят. И на детей кричат, и к детям плохо относятся. Там злой дух поселился, а у тебя святой дух поселился, Божий дух. Иди их обогрей, иди их обними, иди им вкусненькое принеси. Поняли как? Вот, но мне жалко, что Саша не пришел. Скажите, жаль, что он не пришел, если бы он пришел... Если он захочет у вас что-то взять, конечно, вы можете угостить, но вы можете ему сказать, иди поколядуй, благослови хату Катерины Константиновны. Благослови ее, она же нас благословляет, приходит. И ты тоже свою часть получишь, потому что у Бога
Любовь без дел мертва. Вы сделали дело. Какое дело вы сделали? Уколетовала. Так, так вы еще пришли? Вы шли. На улице зима. На улице сегодня холодно. Сколько сегодня? Сейчас. Давайте посмотрим. Сегодня, дорогие мои, минус один. Сегодня холодно. Сильно. Да, а вон моя елочка наряжена. Идите сюда, посмотрите в окошко. Вон, а ночью она сверкает, сияет. Да, а ночью она сверкает, сияет мне прямо в окно. Это так красиво, это так удивительно. Вот, а здесь у меня птичка живет, калиновка. Калиновка, она такая оранжевого цвета, грудка у нее, прямо ярко-оранжевая. Вот тут она живет, вот тут. И она выходит постоянно, и я ее снимаю. А вон, видите, у меня тарелочка, вон тарелочка. Вот эта тарелочка, там лежит еда для не только калиновки, а для синичек тоже. Знаете, синички с зелеными грудками, такие салатовые грудки, жовто-зеленые. Да? Вот. Вот они тоже туда, в эту тарелочку, постоянно ныряют. И вот так вот они у меня. А до тети Иры каледовать ходили? До тети Иры? Да. Ходили, каледовали? Она приготовила вам вкусненькое? Да. Да, какая молодец, Ирочка. А до тети Оли? Да. И тоже приготовила вкусненькое. Вот видите, какие здесь люди. Какие благословенные здесь живут люди. Тетя Оля, тетя Ирочка, ко мне. А до дяди Коли? До дяди Коли, вот там живет. Дядя Коля. Не ходили. Вы к нему не ходите, да? Вот, значит, вы ходите до тети Иры, до тети Оли. Ко мне, у вас дорожка протоптана. И теперь в путь дальше, да? Молодцы. Я люблю вас. А вы? Мы любим вас. Все, Merry Christmas, дорогие мои. Merry Christmas. Всем пока-пока. Пока. Мы вас любим. Еще раз. Зрители, мы вас любим.